Документы. Ну и бюрократ же ты, Кравчук. Я каждый день езжу, и каждый день ты у меня документы проверяешь. Служба такая. Гриша, докончай там с баками, пусть едет. Осторожнее, товарищ капитан. Радиостанция «Юность». Говорит радиостанция «Юность». Милиция? Милиция. Будем говорить с главным дежурным. Дежурный по управлению Стрелецкий, слушаю вас. Так. Хорошо. Понял вас. Внимание! Дежурной оперативно-следственной группе
явиться в дежурную часть для выезда на место происшествия. Повезло вам, Татьяна Семеновна. Первый день у нас в отделе и сразу выезд на происшествие. Да, давненько я на дорожные происшествия не выезжал. Да ладно, хоть свежим воздухом подышим. Я в прошлую субботу у приятеля был на даче. Шашлыком угощали. Эх, живут же люди. Каждую субботу, воскресенье на природу. Так, кажется, подъезжаем. Похоже. Татьяна Семеновна, у меня к вам просьба. Вы там пощелкайте немного фотоаппаратом. Ну, эксперты, конечно, уже поработали, но шеф любит, чтобы все было свое. Хорошо. Ладно? Старший лейтенант Звонарев. Капитан Крошин, ну что у вас? С первого взгляда нам показалось, что это обыкновенный наезд. Потерпевший стоял в стороне на съезде грунтовой дороги. Водитель выходил из машины или этого не установишь? Отчего же? Грунт здесь мягкий. Следов выхода нет. Коль, займись. Ну как он? Здравствуйте. Здравствуйте. Перелом бедра и травма черепа. Хорошо, что еще упал не на твердое, но определенно пока ничего не скажу. Ну что? Он стоял там. Получается, что не проходил, а именно стоял, словно ожидал кого-то. Ну что еще? Три окурка сигарет Винстон, а сбившая машина как бы вильнула специально. А эта грунтовая дорога куда ведет? К станции. Думаешь, оттуда шел? Возможно. Надо вызвать собак, проверить след. А я пока посмотрю здесь кругом. Возьми фонарик в машине, у моего батарея подсела. Ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Его фамилия Торчинский. Торчинский Олег Николаевич. 1946 года рождения. Работает в универмаге, зав. Отделом дамской обуви. Здравствуйте. В момент наезда при нем находились. Записная книжка, зажигалка, сильно опустошенная пачка Винстона, бумажник с 65 рублями и расческа. Кстати, блок Винстона у спекулянтов 25 рублей. Ты поинтересуйся в ОБХС, нет ли у них чего по этому универмагу. Есть. Да. Ночью прошел дождь. Поэтому следы смыло. Но стоял он вот здесь. Удалось установить, что к шоссе он прошел от
станционной платформы. Похоже, что намеревался с кем-то встретиться. Во всяком случае, стоял в ожидании. Здесь ночью никто не работал? Нет. В записной книжке обнаружен листок с планом не то строения, не то квартала. Но, во всяком случае, это не схема подхода к шоссе от станции. Тут рядом с рисунком Торчинского что-то написано. Ты разобрал? Домкрат, лом, носилки, лопаты. Да. Похоже, что написано не его почерком. Похоже, похоже. План нарисован шариковой ручкой, а надпись сделана обыкновенными чернилами «Радуга». Да. В больницу звонил? Да, звонил. Состояние по-прежнему тяжелое. Дважды приходил в сознание, но ненадолго, ничего не говорил. Значит, так, если кто-нибудь будет интересоваться здоровьем Торчинского, пусть сообщают, что он без сознания. Ясно. Распорядись об этом. ГАИ что-нибудь подбросило? Дежурившие вчера на КП сообщили, что проходило несколько волк. Но шоссе оживленное, никаких точных данных нет. Понятно, понятно. Все время держите связь с больницей. Как только врач разрешит, я хочу побеседовать с потерпевшим. Товарищ полковник, мы разделимся. Я поеду поговорю с ребятами из БХСС, а Николай подежурит в больнице. Ну что, подежуришь, подежуришь. Действуйте, ни пуха, ни пера вам. Я поехал в местное отделение. Да, Татьяна Семеновна, мне звонили от дежурного, просили поговорить с какими-то семьей каких-то Дроздовских. Я обещал их принять, они будут в 17:00. Вы поговорите с ними, хорошо? Хорошо, Константин. Ну, вот и прекрасно. Курите, курите. У нас, к сожалению, курящий коллектив. Мы сейчас живем на даче. Дача у нас в поселке Бирюзовый. Дача небольшая, но очень уютная. С верандой. Неделю. Да, неделю назад Илья остался ночевать в городе. У меня проект. Да. Я не боюсь ночевать одна. Хотя начиналась гроза, я легла спокойно спать. Разбудил меня гром. Я встала. Вспомнила, что забыла поставить ведро под водосток. Ну, говорят, дождевой водой полезно голову мыть. И пошла на веранду. Илья! Я закричала, забыла, что мужа нет. А потом, когда вспомнила, еще больше испугалась. И так тряслась, что не могла заснуть до утра. Могу представить, я бы тоже не смогла заснуть. А разглядеть вам его не удалось? Ну, конечно, нет. Только лицо какое-то очень страшное. И такое широкое. Широкое лицо – это уже кое-что. А каково ваше сообщение, Илья Аркадьевич? Ну, я должен сказать, что я был сначала склонен к тому, что все это у Ирины навеяно сном и грозой. Но вот третьего дня я возвращался поздно от соседей. Не как обычно, а задо, что ли, стыло. И вдруг я увидел в штакетнике пролом. Ну, сначала я не придал этому особого значения. Сам в этот проем, в лес. А там трава, ступаешь тихо. И вдруг я вижу, у кустика человек сидит, пригнувшись. Такое впечатление, как будто он или подслушивает, или подкрауливает. Молодой такой. Не дурен собой. Одет хорошо. Даже какое-то сначала сомнение испытал. Растерялся даже. Вот. Ну, а потом он прокрался до угла. И когда я пошел следом, там уже никого не было. Ну, видимо, он прошел через калитку. Скажите, а ваша дача близко от шоссе? Недалеко. Простите, у вас есть небольшой листок бумаги? Я нарисую. Я архитектор, мне просто так легче рассказывать. Пожалуйста, возьмите. Благодарю вас. Ну, значит, вот эту дачу мы купили год назад. Значит так, вот здесь идет шоссе. Вот шоссе.
Здесь разные посадки идут вдоль шоссе. Две дачи, забор идет, здесь сарай, вот он, и калитка. От калитки до залива, ну, метров 400. Вы знаете, я просто ума не приложу, кому и зачем нужно за нами следить. Вы знаете, так страшно было, я теперь одна никогда не останусь. Ну, бояться не надо. Дадим указание в местное отделение милиции, сами проверим. А художественные ценности на даче есть? Может быть, картины, фарфор? Да ну что, у нас в городской-то квартире ничего нет. Да. Вот не понять ничего, поэтому мы обратились к Зарубину. Ну, то, что обратились, правильно сделали. Постараемся разобраться. Ваш пропуск. Спасибо. Сейчас я напишу телефон. В случае чего звоните. Всего хорошего. До свидания. Не тревожьтесь. До свидания. До свидания. Всего доброго. Спасибо. С места работы. Как слышите меня? Прием. 12-й, вас понял. Продолжайте дежурство. Ситуация меняется. Едем в универмаг. Такие, только 35-й. Да. Простите, добрый день. Здрасте. Здрасте. А где Торчинский? Торчинский? Я не знаю, по-моему, его не было. Дедушка, сегодня. Вот она. А мне ну, он что, очень видите, 35-й. Простите, пожалуйста, как вас зовут? Меня Маша. Машенька, вы не поможете мне его найти? Алла, девушка, какой это размер? Девушка, ну что, вы сами посмотреть не можете. 37-й. А эти поставьте на место. Спросите, пожалуйста. Алла, ты не знаешь, Олег Николаевич был здесь сегодня? Не знаю. Видите, ничего не могу вам сказать. Понимаете, извините, пожалуйста, но мы сегодня договаривались встретиться. Дело очень важное. Знаете что? А, у него в отделе ткани приятель работает. Может, он а не знает. Как приятеля зовут? Зовут Карпов Анатолий Игорь Анатольевич. До свидания. До свидания. Ну, девушка. Извините за беспокойство. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Николаевич к вам не заходил? Куда, ко мне? Да. Нет, зачем? Девочки из Обувного сказали, что он может быть у вас, а мне он очень нужен. Я в Питере проездом, времени в обрез.
Смирнов из внешпоселторга. Карпов. Старый приятель Олега. Не вспоминал он меня? А, да-да, кажется, что-то было. Ну, видите. Не помню, когда. Его сегодня нет. Ну, что делать, навещу его дома. Мне тут надо ему кое-что передать. Он не дома, он. Я хочу сказать. Ну, так и скажите, ушел с девушкой в подполье, я ж пойму. Будьте любезны, вы мне черкните ваш номер телефона. Если я его не найду, пожалуйста, я свяжусь с вами. Карпов. Игорь Анатольевич, подпишите, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Ну вот, а теперь, Игорь Анатольевич, расскажите мне, где ваш приятель был вчера поздно вечером? То есть как где? Я не знаю. Да почему я? Не знаете, ну а почему, не встретив его сегодня, вы начали по больницам звонить? Скажите, это вам знакомо? Послушайте, вы кто? Я сейчас. Нет, нет, вы не спешите. Если вы за милицией, то я уже здесь. Мы вот как поступим, Игорь Анатольевич. Вы скажете своим, что отлучитесь ненадолго и поедете со мной. Машина вас ждет внизу. Действуйте. Значит, Торчинский не сказал вам, где находится эта дача? Нет. И что там спрятано, вы не знаете? Нет. Сергей. Выпейте. Спасибо. Я ему говорил, я его предупреждал, что это все плохо кончится. Ему показалось, когда он там был последний раз, что там кто-то был. Ну, не хозяева, а еще кто-то. Я сумбурно, да? Рассказывайте, как рассказывается. Мы поймем то, что нам надо. Так что ему показалось? Олег поехал туда вечером. Слушай, мы на субботу никого не приглашали? Кажется, нет, а что? Да у стариков годовщина. Да, я забыл. Обязательно надо приехать на семейный пирог, иначе обидеться. Ну, поедем, если надо. Кстати, можно вернуться в воскресенье, захватим чистое белье. Хорошо, хорошо. Кто-то говорил о чае, мне показалось. Сейчас. Вот смотри, сколько мошкары налетело. А, сейчас. Сейчас. Значит, он никого не заметил. Никого. Еще смеялся, что у страха глаза велики. Когда он вам рассказал об этой поездке? Тот же вечер? Да, в ресторане. Он позвонил и пригласил в ресторан. Ну, я сказал жене, что у меня важное дело. В общем, мы встретились. Вдвоем? Сначала вдвоем. Слушай, а если они вернутся в субботу? Перестань ныть, а то возьму другого компаньона. Что нам понадобится? Записывай. Домкрат, лопат, лом. Носилки какие-нибудь? Записал, давай. Сейчас попрыгаем. Прыгай сам. Мне домой пора. Меня Катя ждет. Да, и если в субботу понадобится машина, нам нужно еще с отцом договориться. Успеешь. Давай лучше выпьем. Для профилактики против гриппа. Прошу вас. Между прочим, за ваш стол просятся две дамы. Не возражаете?
возраст не пенсионный. Ну что вы, полный пора. Тогда сажайте. Слушаюсь. Слушай, я пошел. Если ты уйдешь, я напьюсь. И попаду в отрезвитель. И меня будут разбирать на собрании профгруппы. А в стенгазете появится заголовок. Он позорит трудовой коллектив. Ладно, посижу ради тебя, Болтус. Умница ты моя. Перестань. Тамара, смотри, у всех на глазах. А что вы имеете против? Нет, слушай. Что уж, нельзя трудящимся поцеловаться? Ну, почему? Мы, в принципе, за. Другой расклад нас тоже устраивает. Прошу. Игорек, пока Тамара и... Лариса. И Лариса изучает меню, кликни нашего стюарда. Напитков катастрофически не хватает. Так, чем занимаемся, девушки, свободное от отдыха время? Работаем. И учимся. А, в ногу с эпохой. Как говорится, учимся у жизни, работаем над собой. Именно так. А мы с Игорьком тоже сознательные. Но мы коммерсанты и нигде уже не учимся. Это было позавчера. А вчера вы не виделись с этими девушками? Нет, что вы. Я не виделся. А Торчинский? В том-то и дело. Понимаете, когда мы позавчера расставались, я завез Тамару и поехал домой. А Олег поехал с Ларисой. Он к ней поехал. Это он вам сказал? Да. Вчера, после работы. Девушки, ты видел, а? Слушай, Олег, я тут еще подумал, и вот что. Может, нам не связываться, а? Сообщить милицию? Ну, ты спятил, ей-богу. Ну, сообщи. А если там нет ничего? А если есть? Что, все дяде отдавать, а? Вот, смотри. Вот, смотри. Сейчас отпускаю палец. И на конце провода юрисконсульт Госбанка. И он сообщит тебе, что если ты находишь клад, 25% твои. Хочешь? Да просто вечно у тебя новые хохмы. Тогда готовься к субботе. Возьми машину отца. Хозяев дачи не будет. И все получится тип-топ. Ребята, вы звонить будете? Будем. А я покувыркаюсь сегодня. Поеду за город. Опять туда? А, на дачу, конечно. Но к Ларисе. Значит, этот разговор был вчера. И вчера же он должен был выехать за город для встречи с Ларисой. Да. Девицы интересовались вашими адресами, местом работы? Нет, адресами нет. Вот насчет того, где работаем, был разговор. Ну, а если вашему другу предстояло приятное свидание, почему вы так волновались, когда он не вышел на работу? Я не знаю. У меня были дурные предчувствия. Эти девушки вам не звонили больше, одна или другая? Нет. Правда нет. Я ничего не скрываю. Я вам верю, верю. И в случае, если позвонят, обязательно постарайтесь добиться свидания. Намекните на чувства, пообещайте достать что-нибудь. Вы меня понимаете? Да-да, конечно. Если позвонят, то обязательно добьюсь. Вот и хорошо. Сергей Корнеевич, отметьте пропуск товарищу Карпову. Пока мы беседовали, рабочий день закончился. До свидания. До свидания, товарищ полковник. Да, о нашей встрече ничего никому. Что вы, я никому. Я понимаю. До свидания, товарищ полковник. До свидания. Спасибо. Скажешь Лохову, пусть за ним посмотрит.
Будьте добры, ленинградскую, пожалуйста. Комсомольскую. Смена, пожалуй. Сколько я вам должен? 6 копеек. Хорошо. Спасибо. Вон он, видишь, в светлом костюме с газетами. Вижу. Ну? Ну, я пошел. Давай. Я из милиции. Догоним грузовик. Налево, направо. Направо. Татьяна Семеновна, волнуетесь? Да нет, ничуть. Ну, а если честно? Ну, если честно, то немножко. Ну, все будет в порядке. Там, если что, Литвиненко рядом. Но ни пуха, ни пера, работник торговли. Угу. Спасибо. До свидания. Не спасибо, а к черту. К черту.
помню их хорошо. Можно сказать, отлично. Веселые молодые люди. И выпить мастера. Но вели себя, как говорят, культурно. Ничего не могу сказать. Володя, смотри, открываться не пора. Да нет еще. А вы не помните, они одни сидели? Столик-то на четверых. Ну, как же одни? Бывают, правда, парочки, которые в одиночестве хотят. Ну, делают вид, будто ждут кого-то. Мне хоть это и не выгодно, но по-человечески понятно. И против плана иду навстречу. Беру на веру, что ждут. А вот к этим сразу две девицы подсели. Их знакомые? Видите ли, есть такой сорт дамочек, который к ресторану привычный. Из постоянных. Но они заметили, подсели они случайно. Как же не заметил? Были еще места? Да. Но одна из них, которая победой, ну, жгучая такая, спрашивает меня, не откажите в любезности, спросите, можно ли к ним сесть? Те, ну, вот эти двое, уже были в приличном градусе и согласились дорогой душой. Ну, а после этого вечера вы этих девиц не видели? Ну, я имею в виду здесь. Ну, да. Так где же, как не здесь? В свободное время я семьей занимаюсь. Нет, не приходилось. Просто внимания не обращал. Если вас эти дамы интересуют, приходите. Посидите, если время будет. Я вам их покажу, если увижу. Вон он. Значит, очень недолго, и следите за мной. Как только я подам знак, разговор сразу прекратить. Конечно, доктор. Это к вам, из милиции. Хорошо. Хорошо, что пришли. Я хочу сказать, в тумбе, на даче, понимаете? Я вас хорошо слышу и все понимаю. В Туме на даче клад. Это я сделал заявление. 25% мои. Ясно, ясно, спасибо. Конечно, вы не запомнили номер машины? Нет. Нужно мне вытащить клад. В субботу на даче никого не будет. Все уедут. Хорошо, хорошо, хорошо. Скажите, где находится дача, в которой вы искали клад? Заканчивайте. Нет, никому. Пора, пора, нет, пошли. Не, 25%. 25% не. Я попросила сестру записывать, если он станет говорить. Сестра толковая женщина и понимает важность поручения. Спасибо. А каковы у него шансы? Шансы? Жить он будет. Об остальном трудно сказать с уверенностью. Понятно. Спасибо вам, доктор. Извините. До свидания. До свидания. По-моему, хорошо. Тогда я возьму их. Берете, да? Да. Там в справочном какой-то человек Карповым интересуется. Карповым? Да. Иду. Девушка, эти мне тоже не подходят. А эти? Эти я уже видела, они мне не идут. Ну, приходите в конце месяца, может, удастся что-нибудь подобрать. Да, но я хочу еще посмотреть. Девушка, ну вы присмотрели все из вашего размера. Другого я ничего предложить не могу. Пожалуйста, не грубите мне. Я грублю? Мне это нравится. Это вы отнимаете у нас рабочее время. Так, позовите заведующего. Его нет. Прячьте. Я же вам русским языком сказала, его нет. Не иначе, как в европейской обедает. Как вам не стыдно? Он в больнице. Хорошо, я вам покажу сейчас. Что ты мелешь?
Об этом же велели молчать. Дурёха. А что я такого сказала? Ну, это же она, брюнетка. Дело, девочка? Ой. Понимаете, была и ушла. Как ушла? Понимаете, куда? Туда. Она не сразу, Олега Николаевича спросила. Я помню, в чем она была одета. На ней была коричневая юбочка с жилетиком. Пойдём, попути расскажешь. И серебряная кофточка с большим бантом. Работаем не просто плохо, а безграмотно, непрофессионально. Вот что обидно. Промах за промахом. И промахи непростительные. Для Татьяны Семеновны, по крайности, извинительные причины есть. Но свой отдел, свой пост вы не имели права оставлять, не предупредив Литвиненко. Я понимаю, что виновата, Константин Иванович. Это я виноват. А, какое обилие и благородство. Остается теперь нам с Лоховым взять на себя ошибки друг друга и посыпать голову пеплом. Смешно? Пойди еще в цирк. Попрыгай там на мотоцикле. А преступники тем временем пусть творят свои дела и посмеиваются над нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Карпова. Екатерина Викторовна. Угу. Не ошибаюсь? Нет. Зарубин Константин Иванович. Пришел вашего мужа проведать. Как он? По-моему, ничего. Рассказывает о себе как герой. А что, разве не похож? Не очень. Он у меня вообще-то мямля. Его кто угодно вокруг пальца обведет. Сейчас я его кормить буду, героя. Екатерина Викторовна, извините нас. А, ухожу. Всего несколько минут. Разговаривайте. Игорь Анатольевич, пожалуйста, припомните еще. Не объяснял ли вам Торчинский, как он узнал о кладе на даче? От кого? Записку нашел какую-то. Записку? В записке все и было сказано. А где нашел, не говорил? Не знаю. Угу. Нет, я правда не знаю. Я верю, верю. Скажите еще, может быть, вы говорили при тех девицах из ресторана, чем намерены заняться в субботу? Да ну что вы. Мы вообще в тот вечер не говорили о деле. А Олег так он никогда ничего. А как он, товарищ полковник? Да плохо. Вероятно, останется инвалидом. Такие вот получаются результаты от шалости складоискательства. Вы их не задержали? Пока нет, и поэтому очень важно разыскать девиц. Лариса, где она работает, где живет, не говорила? Говорила и о работе, и о том, что где-то учится. Но это, по-моему, так, для красного словца. Для красного словца. А вот где живет, не слышал. Спасибо. Ну что ж, поправляйтесь, Игорь Анатольевич. Набирайтесь сил. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Ты не спишь? Есть хочешь, Игорек? Подожди. Поведай домашним. Подожди, Катя. Константин Иванович уехал. Уехал, я в окно видела. Ну что ж ты. А что? Позвони немедленно. Позвони, скажи им. Олег поднимал тост за субботнее торжество хозяев дачи. Запомни, при всех говорил, за субботнее торжество хозяев дачи. Беги, беги, звони. Сегодня у нас четверг. Зарубин, минуту. Татьяна Семеновна, вас. Извините, Константин Иванович. Да. Здравствуйте, Илья Аркадьевич. Одну минуту. Это Дроздовские. Я надеюсь, что к вечеру... Да-да, записываю. Крошин выйдет на неуловимую Ларису. Следы большие. Что мы имеем еще? На ноже, которым ранен Карпов, отпечатки пальцев некоего Таранца Юхима Станиславовича, в прошлом трижды судимого. До свидания. Клички Цыган, Зоря, Черныш. Черныш? Да-да, Черныш. Но с момента наезда на Торчинского прошло двое суток. И всего этого недостаточно. Откуда этот рисунок?
Я же вам говорила, Константин Иванович, это план личного участка Дроздовских. Необходимо позаботиться о строгой дезинформации преступников. Состоянием здоровья Карпова интересовались, Николай Ильич? Трижды. Сидеть, сидеть. Им отвечали, что состояние крайне тяжелое, а в холле больницы он в списке тех, кому доступ разрешен в любое время. Откуда звонили? Все три раза из телефона автомата. Голос мужской, похоже, что один и тот же. Значит так, Татьяна Семеновна, соберите сведения обо всех бывших владельцах дачи, если таковые имеются. Хорошо. Николай Ильич, обеспечьте круглосуточное наблюдение за дачей Дроздовских. Ясно. И сбрейте бороду, пора уже. Слушаюсь, Константин Иванович. Все свободны. Так, значит, у Дроздовских в субботу. В небо не дыша, ох, не дыша, и вижу, как летит воздушный шар, воздушный шар. А ты стоишь в корзине и печально машешь мне. Кто же знал, что шар наш вдруг вырвется из рук, вырвется из рук. Эй, милая, ты не сердись, ты остановись, ты спускайся вниз. Но ты меня не слышишь, ты летишь под облака. И мчусь я за тобой, дорогою крутой, через шар земной. Но видно, мне не хватит сил на марафон. Эй, милая, ты не сердись, ты остановись, ты спускайся вниз. Но ты меня не слышишь, ты летишь под облака. И мчусь я за тобой, дорогою крутой, через шар земной. Простите, но вам придется выйти со мной. Может, сначала объяснить, зачем? А затем, что интеллигентные люди так на незнакомых девушек не смотрят. Так, как насчет выйти? Молодой человек, если вас удовлетворят мои извинения, я приношу их примить. Ну, действительно, я принял вашу девушку за знакомую, я ошибся, виноват, вы правы. Извините, спасибо. Зоя, молодой человек ошибся и извинился. Папиросы ваши. Смотрите, у самой эстрады блондинка сидит. Одна из всех самых и есть. Простите, можно вашу даму пригласить? Пожалуйста. Можно? Только не модно. Не модно. На модно, может, дыхания не хватить. Это у вас-то? Да вам марафонскую бежать. Ну, если за вами, то готов. А мне кажется, я не первый раз вас здесь вижу. Вот недавно с приятельницей какой-то приходили. Энергичная такая, темные волосы. А окрашенная Лариса. Это моя подруга, мы вместе работаем. Да? Ну, я надеюсь, работа не пыльная. Не пыльная. А вы где трудитесь? Я в сфере обслуживания. Торговля. О, это видно.
Простите, девушка, можно к вам присяду? Чтоб не скучали. Перебьешься. Я делегацию жду. Пить в одиночестве, да еще крепленное вино. Это ведь верный путь к алкоголизму. А я не против коньяка. Возьми, ты ведь богатый. Какие нехорошие слова. В нашей стране нет бедных и богатых. У нас все трудящиеся. Особенно ты. Что вы хотите? Пожалуйста, бутылочку коньяку, фрукты, ну и сладенькое. Все? Ну, зачем вызывала? Соскучилась? Или деньги нужны? Ты за что этого парня, с которым я по твоей просьбе в ресторане познакомилась, в больницу отправил? Сам сказал, что хочешь встретиться с ним по делу, а он теперь лечится. А откуда ты знаешь? В универмаге была. Вообще-то объяснять я тебе не обязан, но так, по старой дружбе скажу. Мальчонка должен был, а долг не отдавал человеку одному. Ну, теперь есть время полежать, подумать. И тебе надо подумать, как дальше себя вести. А я думала. Долго думала и решила. Хватит с меня наших совместных радостей. Мне бы попроще чем-нибудь. Сними очки, я уже забыла, какие у тебя глаза. А я думал, у меня есть верный друг. Вот запомни, заявишь в милицию и убью. Ты меня знаешь. Нежность моя. Сделай одолжение. Хорошо. Это тебе расплатиться. Спасибо за любовь и Ливан, зал прибытия.
20, у стойки 20, производится регистрация билетов. На рейс 35-74, Горький, Красноярск. Мастера спорта Польской Народной Республики начнут показ зрелищного аттракциона «Автомотобегу». Первым к Ковалевой подошел некто Куриленко Леонид Александрович, бухгалтер 36-го треста. С Ковалевой, по-видимому, не знаком. Увидел красивую женщину, вот и забилось ретивое. Но проверять мы его продолжаем. Затем к ней подошел другой человек. Это Косов Николай Григорьевич. Работает фотографом по договору в экскурсионном бюро. В Ленинграде недавно женился. Прописался на площадь жены. Жена геолог, сейчас в экспедиции. Он подсел к Ковалевой. Вот они вдвоем. А разговор у них довольно напряженный. Есть он и фас. Значит, Косов, говоришь? Да. Задержись. А без очков есть фотография? Есть. Давай. Вот он крупно, без очков. Давай дальше. Лебедева. Да-да. Да. Константин Иванович, получена справка, что дача Дроздовских раньше принадлежала Брунову Борису Леонидовичу. Так вы проверьте в информационно-вычислительном центре, нет ли у них чего на этого Брунова. Угу.
Брунов Борис Леонидович, 1939 года рождения. В 1975 году осужден на 8,5 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима за спекуляцию валютными ценностями в крупных размерах. В 1976 году бежал из колонии. Объявлен во всесоюзный розыск. Фотографии Брунова Бориса Леонидовича приложены. Но ведь зачем-то он ездил в аэропорт. Кого-то он должен был встретить. Нет, Константин Иванович. Ни с кем он в аэропорту не контактировал. Эксперты смотрели фотографии под увеличением. Никого похожего на Брунова рядом с ним не было. Вот так увидишь человека, а потом мучаешься до бессонницы. Где я его видел? Где я его видел? А может оказаться, что ехали вместе в метро или в троллейбусе. Все-таки надо поближе поглядеть, как живет этот Косов. Хорошо. Там кого? Водопроводчик из жилконторы. Ходите. Квартальная проверка вашего хозяйства. У меня вроде все в порядке. Но если в порядке, распишитесь в наряде, мне работы меньше. Так нет, есть положено. Пожалуйста. Радиостанции «Юность». Кто встретится со спортивными комментаторами, любитель обороны 149. Впервые в Ленинграде на стадионе имени Кирова гастролирует Польша. Так я закончил. Ну как? Там ванная немного подтекала, я подтянул, а... Спасибо. Не, не надо. Спешите мне. Через огненные препятствия, я своей. Автомобиля, стремительные развороты и много других трюков. Чего квартира?
Нравится? Да. Где провести сегодня субботний день. Желаю вам, товарищи, хорошего... До свидания. До свидания. Окна куда выходят? На другую улицу. Понятно. Сам хозяин был дома? Дома, абсолютно спокоен. Живет явно один. Никаких следов пребывания второго человека нет. Он ничего не заметил? А как будто ничего. Может быть, слишком хитер, а может быть, прост. Во всяком случае, против него улик никаких. Так, значит, тянуть складом больше нельзя. Если сегодня гости не явятся, завтра будем изымать. Сделаем так. Наблюдение за квартирой надо продолжать. Это при всех обстоятельствах нам не помешает. Оставите здесь Самсонова. О всех передвижениях Косова докладывать немедленно. Хорошо. В управление. Значит так, одну машину оставляем на повороте шоссе, эту отгоняй в переулок. Лохов и Мендебаев, возьмете приборы ночного видения и устроитесь на углу поселка. Чтобы не было лишних шумов, рацию не включайте. Понятно?
В случае необходимости подадите сигнал, какой бы. Я хорошо умею котом. Котом? Да. Ну-ка. Славно. Пойдет. Литвиненко, Баландин. Я. Перекройте дорожку у сада. Крошин и я устроимся возле дачи. Понятно? Скоро стемнеет, так что не курить, не ерзать. И дышать постарайтесь через раз. Приступайте. Понятно. Пошли. С Самсоновым давно связывался? Да минут 30 прошло. Из квартиры Косова никто не выходил. И не навещал его никто. Ну что ж, это хорошо. Пойдем устраиваться. Дели вас тут. Опа, ночного города идет тишина. Бросай оружие! Что ж, сволочь, без меня хотел уехать, да? А? Руку зацепили гады. Дверь закрыта. Ничего. Ничего, я везучий. Крошин, Литвиненко со мной. Остальные остаются здесь. Нева, я пятнадцатый. Преследую Волгу с преступниками. Передать всем постам ГАИ Приозерского шоссе. Всем постам. Прием. Вас поняла. Всем постам Приозерского шоссе. Черт, на крыльях они летят, что ли? В порядке, товарищи, в розыск. Неужели все-таки проскочили? Не может быть, товарищ капитан. Я ехал с той стороны, на встречу только один жигуленок попался. А вы поворот на грунтовку видели? Поворот? Разворачивайся, разворачивайся, поехали. Ранен. Рука задета. Две раны в животе. Уже не дышит, товарищ полковник. Ты...
Я помогу тебе. Отойди. Только я прошу тебя осторожней со стёклами. Иринушка, я прошу тебя успокоить. Ничего страшного не произошло. Ну, мало ли что болтают соседи. Ну, возможно, ловили каких-то хулиганов. Подожди. И поэтому была перестрелка. Ну... Да ты понимаешь, что с нами ничего не произошло только потому, что нас здесь не было. Да что тебе объяснять? Я не могу здесь больше жить. Ирина, я прошу тебя успокоиться. Только спокойнее. Я уже звонил Зарубину, он обещал приехать и все выяснить. И поэтому... Обещал. Он даже разговаривать с тобой не захотел, подсунул нам какую-то девчонку. Это она говорила, что все будет хорошо. Она обещала, что за дачей будут наблюдать. За ней так наблюдают. Вот видишь, дай сюда. Потом они всегда наблюдают. За ней ночью наблюдали. Поэтому все так и случилось. Подожди. Здравствуйте. Здравствуйте. Зарубин. Очень приятно. Если не ошибаюсь, Илья Аркадьевич? Да. Ну что ж, все страхи позади. Вы позволите нам походить возле вашей дачи с миноискателем? Пожалуйста. Начинайте. Эта дача до вас принадлежала некоему Брунову. Не так ли? Да, как будто. Но она была у него конфискована. И я приобрел ее через дачный трест. Простите, а что вы собираетесь делать? Сейчас, сейчас. Понятые, со мной, пожалуйста. Есть металл. Где? Здесь металл, товарищ полковник. Давайте нам крат. Сейчас вы все узнаете, Илья Аркадьевич. Понятые здесь? Здесь, товарищ полковник. Попросите вашу жену, пусть она вместе с понятыми посмотрит, на какой мине вы жили. Сейчас. Еще? Поднимай, поднимай. Ирина! Угу. Давайте. Угу. Да. Это искалечило не одну жизнь. Боже мой, какие сокровища. Откуда? Вот такую коллекцию начал собирать еще отец бывшего хозяина дачи. Сынок продолжил и, отбывая кое-куда, схоронил таким образом. А он знает, что вы нашли? Боюсь, догадывается. Вот вам пример, когда расследование, на первый взгляд, рядового дорожного происшествия вывело нас на группу особо опасных преступников. Дело усложняется. Мы вынуждены срочно кинуть на его раскрытие крупные дополнительные силы милиции. Да? Будет готово, пусть зайдет. Так, все начальники отделов собрались. Полковник Зарубин, прошу. Сидите, Константин Иванович. При аресте Брунова в 1975 году у него было изъято золото и драгоценности, на сумму, определившую строгость наказания. Из колонии Брунов бежал. Был объявлен всесоюзный розыск, но задержать преступника не удалось. У нас имеются все основания полагать, что Брунов имеет отношение к налету на дачу Дроздовских. В текущих событиях он как-нибудь проявлялся? Нет. Но выяснилось, что Торчинский Олег Николаевич, охотившийся за кладом, ранее был женат на сестре Брунова. Бруновой Лидии Леонидовне. Выяснилось также, что Гришанин Филипп Иванович, убитый сообщником в машине, ранее неоднократно судимый, отбывал наказание в одной колонии с Бруновым. Гришанин был освобожден месяц тому назад. Еще один налетчик, Таранец Юхим Станиславович, также неоднократно судимый, имевший клички Цыган, Зоря, Черныш, был опознан старшим лейтенантом Лоховым как человек, покушавшийся на свидетеля Карпова. При перестрелке на даче Таранец был ранен и скончался по дороге в больницу. Погорячились. Было темно, товарищ генерал, а патронов они не жалели. К сожалению, скрылся третий. Как мы полагаем, некто Косов. Он ушел из-под нашего наблюдения за несколько часов до налета на дачу. А основания к предположению? По нашим данным,
Именно Косов спровоцировал Торчинского на его поездку за город. Сделал он это с помощью своей приятельницы Ковалевой Ларисы Ивановны. А после посещения Ковалевой универмага Косов прервал с ней знакомство. Должен признать, что мы не впервой допускаем оплошность в этом деле. За квартирой Косова было установлено наблюдение, но он сумел скрыться. И вот, как мы считаем, принимал участие в налете на дачу Дроздовских. Ну что же, может быть. Очень может быть. Какие приняты меры? Было передано экстренное циркулярное распоряжение всем районным подразделениям милиции, отделам транспорта МВД, милиции морского порта, аэропорта, метрополитена, введен в действие оперативный план «Кольцо». Разосланы фотографии Косова, его приметы. Разрешите, товарищ генерал? Да-да. У меня сообщение. Прошу, товарищ Карагодов. Отпечатки, оставленные преступником на баранке рулевого управления и дверцах автомашины, идентичны с отпечатками пальцев Брунова. В машине был Брунов. Далее. На правом крыле автомашины следы выправленных вмятин. Частицы краски, обнаруженные на одежде пострадавшего Торчинского, совпадают по химическому составу с краской автомобиля. У меня все. Хорошо, идите. Ну, что же получается? Задача с двумя известными. Значит, разыскивать надо Брунова и Косова. Эту ориентировку немедленно довести до всего личного состава. Проинструктировать все экипажи ПМГ и посты ГАИ. Руководитель операции, полковник Зарубин. Все сведения должны стекаться к нему. Федор Александрович, Владимир Касьянович, выделите ему необходимое количество сотрудников из других отделов. О ходе розыска, Константин Иванович, прошу докладывать лично мне. Слушаюсь. Все свободны. Эй, кореш, здорово. Кирилл Степанович у себя? Нет его. На берег сошел. Надолго? Часам к шести будет. Мы в восьмом отходим. А вам зачем? Банку хотел с ним раздавить. А может, я там подожду? Давай. Я сейчас пойду вам с кормой трап подам. Я чувствовала, что он занимается чем-то таким, ну, незаконным, что ли. Но наверняка не знала. Окончательно стала подозревать, когда он заставил меня с Олегом в ресторане познакомиться. И потом, после всего, что случилось. Вы бывали у него на квартире, видели там кого-нибудь? С друзьями своими он вас знакомил? И вообще, ну, что вас связывало? Что связывало, что и всех. У него деньги водились. Сначала нравилось. Понятно. Значит, на квартире у него вы бывали? Ни разу не была. Честное слово, не была. Он что-то о бывшей жене говорил, что приходит домой, скандалы устраивает. Врал, наверное. У меня встречались. Хорошо, что вы убедились, что неразборчивость в знакомствах могла для вас печально закончиться. А вам не приходилось слышать о Брунове? Брунов. Что-то знакомое, но
Нет, я не знаю такого человека. Извините. Зарубин. Крошин, Константин Иванович. Подожди минуту. Ну что ж, Лариса Ивановна, с вами нам придется встретиться еще раз. Пожалуйста. Но если вспомните что-нибудь очень важное, немедленно попросите встречи со мной. Хорошо. Пропуск. Пропуск возьмите. Спасибо. До свидания. До свидания. Что там у тебя? Среди отпечатков в квартире Косова обнаружены отпечатки пальцев Брунова. Сейчас проводится повторная экспертиза. Едем. Куда? Сюда, пожалуйста. Здравия желаю, товарищ полковник. Занимайтесь, занимайтесь. Ну как, набралась коллекция? Есть кое-что. Много еще? Скоро заканчиваем, товарищ полковник. Вера Павловна. Где проживаете? Маховая, дом 5, квартира 8. Дом 5, квартира 8. Конечно, Брунов был здесь. Ах, в Косово упустили. Посидите пока на диванчике. Проследи, чтоб тут каждый сантиметр осмотрели. Молодой человек. И вот что. Как только закончите осмотр, поезжай к бывшей жене Торчинского, поговори с ней, может быть, оттуда выйдем на Косово. А я в больницу попробую еще раз поговорить с Торчинским. И все время держи связь с Лоховым и Литвиненко. У них все подходы, аэропорты, вокзалы. Понятно? Ясно. Ну, удачи вам. Товарищ полковник, фотографии Брунова соседям показать? Безусловно. А вы знали, что ее брат Борис Леонидович находится в заключении? Сначала нет, а потом она сказала. И сказала за что? Да, но не сразу. Вообще, моя бывшая жена, она не имела никаких отношений к телам... Спокойно, спокойно. Телам брата. А как вы узнали о кладе на их бывшей даче? Однажды, когда мы разъехались, пришло письмо от ее брата. Ага. Я зачем-то его вскрыл и прочитал. Собственно, адресовано ей был только первая часть, а вторая часть предназначалась знакомому, брата. Он на свободе оставался. Письмо сохранилось? Нет. Фамилия знакомого? Там не было. Не было. Фамилии не было. И содержание письма вы, конечно, не помните. Там ничего существенного не было, но я сообразил. На даче. В тумбе фундамента. Ценности. Угу. Ценности. А после этого вы виделись еще с Лидией Леонидовной? Говорили ей о письме? Нет. Она вообще больше не захотела со мной встречаться. Ну что ж, благодарю вас. А этого гражданина вы знаете? Нет. Я не знаю, кто это. Кирилл Степанович,
человек дождались. Какой еще человек? Да я откуда знаю, кореш, говорит, ваш. Ну, забери штурвал, а я спущусь, посмотрю, кто там. Вам кого? Здрасте, Лидочка. Здрасте. Вы, наверное, ошиблись дверью? Нет, мне вас, Лидия Леонидовна. Разрешите войти? Ну, входите. Нет, не в комнату. В кухню проходите. В комнате у меня бедлам. Спасибо. Присаживайтесь. Спасибо. Слушаю вас. Я пришел поговорить о вашем брате. Я так и поняла. Когда вы его видели? Последний раз. Последний раз я его видела на суде. Мне уже задавали этот вопрос. После его побега. Значит, его до сих пор не нашли. Извините. Я понимаю. Скажите, а кто из его друзей был с ним особенно близок? Об этом надо спрашивать у него. Но вы же их знаете, помните? Когда мне задавали вопросы после его побега, задавали и этот. Больше я ничего добавить не могу. Ну, или не хотите? И не хочу. Если уж нет покоя мне, пусть другие живут спокойно. Ясно. Хотя покой не всегда достигается молчанием или неучастием. Не буду настаивать. До свидания. До свидания. Да нет, я могу и до завтра отложить. Но если вы подождете, я сейчас подъеду. Хорошо. Сейчас еду. Можно, Константин Иванович? Заходи, заходи. У сестры Брунова был? Да был. Не хочет она разговаривать. И брата своего не видела. Выходит, что вообще его никто не видел. Хотя в квартире Косова он был. За рулем машины у дачи Дроздовских сидел. И этой машиной был сбит Торчинский. В том-то и дело. Да. Человек-невидимка какой-то получается. Да, человек-невидимка и есть. В свое время был неплохой фильм по книге Уэллса. Не видел. Только там невидимки для общения с людьми все время требовались. Пальто, шляпа, туфли. Это все мелочи. Он еще бакенбарды клеил, нос приделывал, очки носил. Улавливаешь? Пока нет. Лицо ему требовалось для предъявления. Без лица не обойтись. Надо еще раз поднять дело Брунова. Вы что-нибудь придумали? Да нет, не придумал. Вспомнил. А вот теперь проверить надо.
В свое время по делу Брунова по касательной проходил один человек. Хирург. Таким образом, в городе 5 клиник со специалистами в области лицевой хирургии. Ну, имеет подобных хирургов также еще Институт красоты. И сколько всего специалистов? 38. Это официальные данные. Ну, а вообще-то провести такую операцию может любой хирург. Не думаю, что все так просто. Необходима соответствующая практика, инструменты, оборудование. Так что навряд ли. Однако приходится учитывать неучтенные, как говорится, да? Фамилии хирургов есть? Да, все 38, Константин Иванович. Нет ли там фамилии Подниекс? Так, Горбачев, Немотин, Подниекс. Ян Карлович. Да. Где он сейчас работает? В Институте красоты. В прошлом месяце им проведено 9 операций интересующего нас типа. У меня есть подозрение, что Подниекс связан с Бруновым. Здравствуйте. Я согласилась встретиться с вами, но времени у меня немного. Слушаю вас. Извините, что опять беспокою вас, и опять по поводу вашего брата. Здравствуйте. Здрасте. Лидия Леонидовна, мы нуждаемся в вашей помощи. В моей? Каким же способом, по-вашему, я могу помочь вам? Видите ли, на наш взгляд, есть люди, знающие вашего брата гораздо лучше нас с вами. Вы с ними знакомы и могли бы... Нет, не могла бы. Не знаю, какие основания вам дают повод так думать обо мне. Вероятно, вы считаете, что сестра способна на подлость только потому, что ее брат совершил преступление. Да нет, уходит время, и могут погибнуть люди. И все же ничем не могу быть вам полезной. Прошу прощения, мне некогда. До свидания. Вы хорошо знаете доктора Подниекса? Яна Карловича? Но почему вы спросили? Почему вы о нем спросили? Это страшный человек. Страшный? А вы что, его боитесь? Я? Нет. Понимаете, Боря рос без отца. Это Ян Карлович сделал его таким. Я знаю, я уверена в этом. Лидия Леонидовна, выслушайте меня внимательно. Я ознакомился с делом вашего брата. Тогда Подниексу удалось выкрутиться. Разве будет справедливо, если ему удастся искалечить еще чью-то жизнь? Ну, что же вы от меня хотите? Он, без сомнения, опытен и осторожен. А надо как-то войти с ним в контакт. Он всегда любил драгоценности и женщин. Вы не могли бы порекомендовать ему по знакомству одну пациентку? Но дело в том, что к Подниексу в институт записывается за месяц вперед. Моя рекомендация может испортить вам все дело. Лидия Леонидовна. Ну, хорошо. Я найду, кто мог бы порекомендовать ему вашу пациентку. Да-да. Вызывали, Константин Иванович? Татьяна Семеновна, вам в юности не приходилось принимать участие в школьной самодеятельности? Нет, никогда. Да? А я считал, что все девушки мечтают быть артистками. Видимо, я исключение. А вот мы решили еще раз попробовать вас на этом поприще. Поедете в Институт красоты к доктору Подниексу. Детали оговорите с капитаном Крошиным. Я думаю, что роль эффектной, состоятельной пациентки ей больше подойдет, чем невыразительная роль продавщицы в универмаге. Константин Иванович. Оформишь получение драгоценностей на имя Татьяны Семеновны. Кольца, брошь какую-нибудь поэффектнее. Ну, что там еще? Консультации ваши необходимы? Смотря на какую сумму.
Я думаю, тысяч на 5, на 6. Мелочиться не будем, игра стоит свеч. Константин Иванович, ну а вдруг потеряет? А если потеряют, удержим из зарплаты в 10-кратном размере. Держи. Действуйте. Ян Карлович, да, я но процедуры провожу. Только ребята. Да, конечно. Здравствуйте, Ян Карлович. А, вы сегодня прекрасно выглядите. Ян Карлович, дорогой, я просто не знаю, как благодарить вас. Вы кудесник. Если я могу для вас быть чем-то полезным. Не преувеличивайте, Ксения Николаевна. Ох, простите. Я просто хирург. Ну, хирург понимающий, как вы себя чувствуете. Спасибо, прекрасно. Прекрасно. Понимающий, что да, для иной женщины внешность бывает дороже жизни. Да, да, Ян Карлович. Моя вчерашняя... Здравствуйте. Очаровательница, здравствуйте. В этом туалете вы еще более элегантны. Спасибо, прошу Ян вас, Карлович. Пожалуйста. Ян Карлович. Потом, потом. Позднее. У вас новый браслет, чудо. Да-да, чудо, не спорьте. Спорить не буду, Ян Карлович. Я жду вашего приговора. Я решилась. Ну, миленькая, ангел, зачем? Зачем вам эти хлопоты? У вас прелестный, пикантный носик, и его вздернутость... Курносость. Вздернутость, подтянутость придают лицу особое очарование. Ну что ж, а что говорит ваш жених? Он согласен. Я его уговорила. Он варвар. Нет. Хотя я понимаю, что такая женщина, как вы, может уговорить кого угодно. Так, ну, давайте посмотрим. Так, сядьте поближе. Простите, Ян Карлович, так значит, юный овал. Юный овал, Ксения Николаевна, конечно, конечно. Она сумасшедшая. Ну, давайте. Так, так, хорошо, хорошо. Тихо. Ну, ничего страшного, ну, не бойтесь, я... Ну, хорошо, я не буду, не буду. Да, так. Прячь довольно жесткий, седловидная деформация носа. Я, пожалуй, вам выпишу направление на снимок и на обследование. Прошу вас. Спасибо. О, у вас и перстень сегодня другой. Да, мне это досталось по наследству. Редкой красоты. Изумительной воды камень. Мне это осталось от бабушки. Я обожаю камни. Кстати, у меня есть одна вещица. Совершенно уникальная. Посмотрите. Боже. Есть основания полагать, что это работа самого Фаберже. Примерьте у зеркала. Дайте я помогу вам. Так. Вы не представляете, как я хочу это иметь. Нет, я представляю, потому что я сам хотел бы это иметь. Но 3000 для меня слишком дорого, а хозяин не хочет уступить. Я уговорю его. Как? Ну, где взять 3000? А он не сможет поменяться. Поменяться? На что? Дело в том, что мне бабушка оставила в наследство золотые монеты. Так. Может быть, он сможет поменяться со мной? Я не знаю. Впрочем, он зубной техник. Так что, может, надо съездить к нему на дачу. Это можно сделать сегодня вечером. Вы прелесть. Ян Карлович, когда мне за вами заехать? Сегодня в 6:00. Всего доброго. До свидания. Нева, я 15-й. Как слышите, прием? 15-й, слышу вас хорошо. Нева, докладываю. Десятка прошла 18-й километр. Продолжаем наблюдение. Вас поняла, десятка прошла 18-й километр. Вы прекрасно водите.
У вас, наверное, большой стаж. Да, отец мне впервые доверил руль 17 лет. Я обожаю машины. Машины и камни. Но это вы уже успели заметить. Да, успел. Нева, Нева, я 15-й, как слышите, прием. 15-й, слышу вас хорошо. Нева, десятка на 58-м свернула вправо на грунтовую. Вас поняла. Десятка на 58-м километре свернула вправо на грунтовую. Поняли правильно. Продолжаем наблюдение. Сейчас свернем вправо. Метров через 200. Здесь, правее. Хорошо. Сейчас направо, а затем будет поворот налево. По-моему, мы слишком петляем. Но при них дорога очень плохая. Вот, сейчас направо. Только здесь, Танечка, потише. Замечательный подарок, что вы приехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомься. И такую очаровательную девушку привезли. Знакомьтесь, Танечка. Эрванд Акопович Меликтисян. Очень приятно. Очень приятно. Прошу, дорогие гости. Здравствуй, как доехали? Нормально. Возьми это. Прошу, дорогие гости. Очень приятно, что приехали. Отдохнете с дороги немножко. Я сейчас что-нибудь приготовлю. Легкий ужин. Я знаю твой легкий ужин. И не в первый раз. Проходите, проходите. Ты так запыхался. Лестница. Эрвандик, дорогой, мы ненадолго. Танечка хочет приобрести вашу вещь. О, деловей разговоры только за столом. Быстренько приготовлю что-нибудь, сейчас увидите. Сейчас, минуточку. Пока не накормит, не отпустит. Знаменитое кавказское гостеприимство. Пожалуйста. Я сказал, через секунду все будет готово. Вам помочь? Очень обяжете. Только женщина может накрыть стол так красиво. Спасибо. Я предлагаю тост за воздух, за землю, за солнце, словом, за нашу прекрасную даму. Ну вот, у меня тост украл. За ваше здоровье, очаровательно, еще раз. Вы отдыхайте, я сейчас навещу подвал. Десятка, десятка. Вас не слышу.
Десятка, я Нева. Повторите вызов. Ян, можно тебя на минутку? Да. Что? Спустись ко мне, пожалуйста. Сейчас. Кого ты привез, идиот? Она же служит милиции. Ты видел у нее браслет? Его конфисковали месяц назад у Шенгеладзе. Не может быть, Рован, ты что-то путаешь. Не может быть. Мужчины, вам помочь? Нет, 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 милая. Сейчас горячая подам. Удачи, тормозни. Десятка преследует Волгу ГАЗ-24 белого цвета. 15-й, вас поняла. Десятка преследует белую Волгу ГАЗ-24. Правильно поняли. На радиовызовы десятка не отвечает. Сто четвертый. Я Нева. Как слышите? Прием. 104-й слушает. 104-й. Прошу задержать автомашину. Волга, ГАЗ-24 белого цвета. Ну, я поговорю с ним. Район нахождения 50-е и 70-е километры Приозерского шоссе и прилегающие к этому району дороги. Предупреждаю. Преступники могут быть вооружены. Я не ва, как поняли, прием. Понял вас. Белая Волга, ГАЗ-24, 50-й и 70-й километр Приозерского шоссе. Я 104-й. Белую Волгу ГАЗ-24, 70-й километр Приозерского шоссе. Движется в сторону Приозерска со скоростью 110-115 километров в час. Всем постам ГАИ принять меры к задержанию. Лицом к машине! Руки вверх!
Управление внутренних дел Калининского, Петроградского, Выборгского, Дзержинского районов. Линейным отделом милиции. Примите меры к розыску и задержанию гражданина Подникса Яна Карловича, 1928 года рождения. Приметы и фотографии Подникса передаются отделом по телетайпу и фототелеграфу. Тромая шестерка здесь? Да, гражданин Подникс, 12-й. Уголовная роза. Что такое Подникс? Какой вы не проходите? Пропусти, подождите, давайте, ну-ка. Хулиганы! Хулиганы! Пустите меня! Что вам надо? Да оставьте! Граждане, вставали! От них проходу не стало! Ну куда вы? Куда вы меня тащите? Я честный человек! Ну помогите же, помогите, ну! Надеюсь, мне не нужно доказывать вам, что ваша настоящая фамилия Каспарян. Каспарян Гурген Артемьевич, и вас давно разыскивают сотрудники ОБХС. Или нужно? Не надо, зачем же? Я думаю, вы также понимаете, Каспарян, что только предельная искренность может облегчить ваше положение. Все понимаю, гражданин начальник. Все расскажу. Это меня под ней с пути сбил. Вызвало говорить, что большие ценности на подходе. Очень большие. Я на его даче поселился, чтобы встретиться с этим человеком. А встреча сорвалась. Какой человек? Его имя, фамилия? Не знаю, дорогой гражданин. Не знаю. Но, понимаете... Не трогайте микрофон. Извините. Клянусь вам. Здоровьем моим клянусь. Но Подниекс мне однажды сказал, что этот его знакомый очень опасный человек. Почему опасный? Вы же сюда, насколько я понимаю, не ссориться приехали. Не знаю. Подниекс так сказал. Опять Подниекс. Вот что, Каспарян. Сейчас в другой комнате вы опишете все подробно, как было. И не вздумайте увиливать. Ну что вы. Отведите этого гражданина к следователю Шаркову. Введите следующего. Не понимаю причины моего задержания, товарищ Зарубин, если не ошибаюсь. Объясните, пожалуйста. Прошу. Охотно, охотно объясню вам все причины. Но только не задержание, ареста. И дабы не тратить времени, прошу ознакомиться вот с показаниями врача Гридневой Елизаветы Федоровны, которая ассистировала вам в проведении подпольной операции. Извините. Проведенной гражданину Брунову, впоследствии Косову. Фотографии Брунова и Косова ей предъявлены. Прочтите протокол опознания. Ну что ж вы, читайте, читайте. А вот телеграмма из Ялты. Нетерпением жду встречи в ближайшую пятницу. Беспокоюсь состоянием здоровья, Андрей. Это уже вторая телеграмма, Ян Карлович. Андрей, как мы полагаем, Брунов, Косов. Но мы хотим знать, кого и где он ждет. Вы не подскажете? Молчите? Ну что ж, тогда скажу я. Ждет он вас с деньгами в обмен на драгоценности.
Но он вас обманывает, Подникс. Вот акт об изъятии драгоценности. Догадываетесь, чем могла закончиться для вас встреча с вашим бывшим пациентом? Для задержания преступника создаются две оперативные группы. Группа захвата – старший капитан Крошин, группа прикрытия – старший майор Сверчков. Преступник вооружен. Любые неожиданности необходимо исключить. Сверчков и Крошин, позаботьтесь о безопасности Тамары Ефимовой. На это обращаю внимание. Коля, подожди. Thank you.
Thank you.